Рассматривать дело по иску бывшего бизнес-омбудсмена к правительству начали 1 марта. Егор Бурцев написал заявление, потому что считает увольнение в связи с утратой доверия незаконным, а также требует восстановить его на работу и взыскать с бывшего работодателя заработок за время вынужденного прогула. На первое предварительное заседание Егор Бурцев не явился, не пришел и на этом. Оно снова было техническим. Ответчик попросил суд приобщить к материалам дела дополнительные возражения на требования истца. Материалы проверки, а также документы о трудовом назначении истца и копии трудового договора. По информации портала «Союз рязанского бизнеса», правительство передало материалы, собранные антикоррупционным управлением. Ранее сообщалось, что в деятельности Бурцева вскрыт конфликт интересов, связанный с покровительством юридической компании, учредителем которой был его брат. Фирма якобы предоставляла услуги, которые входят в прямые обязанности бизнес-омбудсменам – консультирование предпринимателей, оказание им правовой поддержки. У сторон будет время изучить предоставленные материалы. Слушание дела назначено на 9 апреля. Дина Исляева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».